Ну и снова здравствуйте, друзья! Вновь на канале «Все своими руками». И тема сегодняшнего видео будет вытяжка для своего мобильного мини-горна. Кто не смотрел видео, где я снимал, точнее делал свой горн, появится подсказка, пройдите по ней и посмотрите это видео. Ну а я, собственно, хочу рассказать, зачем, почему и как я сделал эту вытяжку. Дело в том, что в моем гараже совершенно отсутствует какое-либо отопление. И находиться, как бы делать работы, проводить работы в гараже, в холодном промерзшем гараже, когда не очень хочется, тем более в нынешнее наше с вами время, время пандемии. Вот, поэтому у меня возник такой желание поставить какой-то обогрев здесь, сделать какой-то обогрев. Изначально я планировал поставить буржуйку. Но потом, из-за того, что это не только гараж, это и столярка, и слесарка, и токарка. В общем, я здесь работаю с деревом. Здесь будут опилки, будет стружка, будет просто древесная топыль. И ставить буржуйку металлическую, на которой эта пыль может загореться, ну, как-то тоже неохота. В общем, от этой идеи я отошел. Вообще, в планах у меня поставить здесь нормальную отопительную печь. Это кирпичную печку. Она безопасная, у нее выше КПД. В общем, но это в планах. А так я подумал, ну, коль есть у меня горн, да, то я хочу и отапливаться с помощью этого горна. Хотя бы временно, да, пока я не сделаю эту печку. Ну, и значит, что я сделал? Я сварил такой металлический ящик, повесил его над горном, пробил стену, вывел трубу на улице и поднял ее вверх, чуть выше крыши. Дело в том, что какую трубу я нашел на металлоприемке, с такой я и сделал. В моем случае мне попалась труба диаметром 110 мм. И получается два колена. Она прошла через стену и поднялась вверх. Два колена. Сама камера этого ящика, она довольно-таки большая и тонкая труба. Да, дым уходил в нее. Но не весь. Процентов 30, а может и 40 дыма шло обратно сюда. Происходило там такое завихрение, и дым шел сюда в гараж. В общем, мне это не понравилось. Вот. Да, можно было трубу поставить прямо, пропустить через чердак и вывести с крыши. Но опять же, это металлическая труба. Рано или поздно она все равно у вас либо прогорит, либо проржавеет. То есть вода и огонь, они делают свои вещи. Это стихия. И, в общем, рано или поздно, не дай бог, прогорит. Техника пожарной безопасности должна присутствовать. Поэтому, в общем, я разобрал все, выбросил этот металлический ящик. Поехал, купил бэушный шамотный кирпич. Вот, и сделал эту камеру, не знаю, как ее назвать, топочная камера там или какая. В общем, сделал я этот купол для вытяжки именно с кирпича. Ну и давайте вместе мы посмотрим, как я ее делал. В общем, и, конечно же, естественно, проверим, будет ли она работать, или я просто потратил пустую свое время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, всем приятного просмотра, всем крепкого здоровья, мира и добра. Друзья, значит, что я сделал? Для того, чтобы оставить горн мобильный, он же у нас мобильный, мне нужно его убирать куда-то, где-то работать. Значит, сварил я такую вот рамку. Там уголок к стене прибитый. Здесь приварен уголок. И от этого уголка вот косынка, она пошла и уперлась в пол. С этой стороны точно так же приварен уголок к тому уголку. Ну и здесь косая также в пол. Но немножко она неровна, потому что мешает сам двигатель. Вот. И вот кусок плиты стоит. Сейчас я
Здесь проложу асбест и кину плиту. Смотрим. Вот так вот он выглядит внутри. Сделан купол, чтобы было направление огня и воздуха. Ну и собственно, давайте вместе с вами и попробуем. Как вы видите, я его еще кирпич чистый. Я его еще не топил. Он сырой еще вот. Вот. Полчаса назад, как я закончил. Видите, глина сырая. Поэтому вместе вот и проверим, как он будет работать, не будет работать. И как он будет работать, если будет.
вроде бы неплохо, вроде бы все идет туда. Как он будет, конечно, работать, когда здесь будет уголь лежать. Но я думаю, должно нормально работать. В общем, если будет идти здесь дым, вот давайте с бока покажу. Нету, абсолютно нету никакого дыма. Видите? То есть тяга у него просто сумасшедшая. Меня это радует. В общем, если и будет идти дым, то я здесь такую вот повешу, как бы с металла, типа дверцы такой сделаю, загну ее, вот сюда повешу, и будет оно работать. Так что вот так. Этим я, конечно, доволен. Вот так вот идет труба, проходит через стену, там снова колено и поднимается вверх. Я думаю, это более безопасно, чем был бы металлический купол или буржуйка. В общем, спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ну так, ребят, вот подложил дровишек, он прогорел. Подложил дровишек, и смотрите, как он, какой дым, да? Дымит, хорошо дымит. Но дым не выходит. Вот он кружит рядышком, но он не выходит. То есть работает, работает, и довольно-таки хорошо. Мне понравилось.